В один из ноябрьских дней около 500 консультантов компании Vision вылетели на огромном белоснежном Боинге в очередное ежегодное путешествие. Всего несколько часов полета, и мир вокруг изменился. Другой климат, другие цвета и совершенно другое настроение. Мы с супругой настолько впечатлились всем происходящим вокруг нас, что решили записать на любительскую камеру несколько интервью с участниками этого путешествия. Всем был предложен только один вопрос. Что вам дала компания Vision? Вот что из этого получилось. Компания Vision дала мне возможность бывать в тех местах, в которых я сама навряд ли бы поехала. Раньше я работал простым телевизионным мастером, никогда не думал, что мне удастся отдыхать где-нибудь за границей или на каких-то тропических островах. Бизнес компании Vision – это просто фантастика. Компания Vision дала нам продолжение жизни в счастье. Удивительные возможности. Ну, компания Vision, конечно, для нас сделала все. Без компании я бы не встретился с женой, у нас бы ни детей, ни дома. Все то, что у нас есть, ну, в принципе, компания изменила полностью судьба нашей жизни. А сегодня я в Мексике. Прекрасное море, белый песок, пальмы, мой любимый кокос. Моя мечта сбылась благодаря работе в компании Vision. Компания Vision – это сегодня мой стиль жизни, это лучшие курорты мира, это география и весь мир для моего ребенка своими глазами. Сегодня моя 11-летняя дочка может путешествовать вместе со мной. Сегодня у нас совершенно нет необходимости экономить деньги. Я думаю, что компания Vision – это самый лучший шанс для молодых людей сделать свою жизнь счастливой и богатой. Компания Vision мне дала здоровье, свободу и возможность путешествовать круглый год. Компания Vision дала мне возможность всей семьей заниматься этим бизнесом, путешествовать и отдыхать. Vision дал нам новое житие. Vision нам дал новую жизнь. Новых приятелей. Новых друзей. Доброту людей. Доброту людей, хороших людей. Изменил зупевни наш свят. Полностью изменил наш мир. Компания Vision позволила мне изменить образ жизни. То есть я теперь могу этим бизнесом заниматься вместе со своей семьей. Она мне дала мужа, семью, и эту семью могу проводить 24 часа в сутки. И отдыхать тогда, когда хочу, не тогда мне разрешают. Благодаря Vision мы имеем деньги, имеем свободу. Из предвкушения смотрим в будущее. Чаще имели лично нужные фирмы. Раньше мы имели много фирм. Много было денег, но не было времени. Не помнили, что я выросли дети. Не помним, как выросли наши дети. Сейчас мы имеем час для родины. Сейчас мы имеем время для семьи, для себя и для приятелей. Vision изменил все. Vision изменил все. В этом позитиве. 10 лет назад, когда я начинал в этом бизнесе, мне ничего не было. А сейчас у меня хороший дом, последняя марка машина, и около 10 стран я ездил благодаря компании Vision. Я себе могу позволить все, что я хочу. Спасибо компании Vision. Компания Vision дала мне свободу, дала мне возможность заниматься любимым делом и уверенность в завтрашнем дне. Меня зовут Данила. Благодаря компании Vision я в 20 лет зарабатываю большие деньги и имею возможность путешествовать со своими друзьями по всему миру. Компания Vision дала мне историю моей жизни, о которой мечтает огромное количество людей. История, которая продолжается, она насыщена, интересна, и глядя в будущее, ты всегда находишься в предвкушении. Vision дал мне здоровье моей маме, дает мне вольный час каждого дня и дает мне счастье с самореализацией, с працы. Полецам вам всем и дал мне еще Мексик. Привет, друзья! Привет, здесь здорово! Раньше я работал в банке, однажды моя жена, которая работала в компании Vision, вывезла меня в круиз. Посчитав, я понял, что мне для этого нужно будет работать самостоятельно 3 года. На сегодняшний момент мы с супругой работаем вместе, только в компании Vision, и благодаря возможностям компании Vision мы за последние 3 года работы посетили 8 стран мира. Я работала в библиотеке, читала много книжек, и о Мексике знала, что это страна, где живут индейцы. А сейчас, благодаря компании Vision и возможностям этого бизнеса, я в Мексике. И знаете, тут индейцев нет, тут везде испанский колорит. До встречи с компанией Vision мы были студентами, и, как все студенты, очень остро нуждались в деньгах. Встретили компанию Vision, стали зарабатывать, и сейчас уже 14 лет в компании. Все эти годы наши доходы гораздо выше среднего, и нам это очень нравится.
До компании Vision я работал преподавателем вуза, тренером в спорте. Я много работал, но денег постоянно не хватало. И познакомившись с очень интересными людьми, компании, они научили меня зарабатывать по-другому. И вы знаете, уже на протяжении 15 лет денег достаточно. Я могу себе позволить различные роскошные вещи и много путешествовать. Спасибо. В компанию Vision мы пришли, чтобы получить здоровье для своих родителей и детей. И неожиданно для себя обнаружили широкую возможность путешествия по всему миру. С компанией мы путешествуем уже 5-й раз, и все нам нравится. До того, как я подписал контракт с компанией Vision, мне тяжело жилось. Часто я просто голодал. Сейчас я уже 15 лет сотрудничаю с этой компанией, и заходя в магазины, я просто не обращаю внимания на цены. Я работала врачом, но, к сожалению, были проблемы со здоровьем, и у меня, и у моей семьи мы болели. И я искала что-то натуральное. И именно в компании Vision я нашла продукцию, которая помогла нам улучшить состояние, сделать профилактику. И неожиданно для себя я увидела возможность зарабатывать деньги. И это полностью изменило мою жизнь. Концепция работы из дома, которую предлагает компания Vision, изменила в лучшую сторону жизнь тысячам людей в разных странах мира. Если вы хотите узнать об этом больше, спросите того, кто показал вам этот ролик.